вещи. Туда вываливай и перекладывай туда. Нет. Это вот фикс прайс, это как корзиночка. Это блеск с фикс прайс. Я его использую как румяна на щеки, как увлажнение на губы. И я не собираюсь с ним расставаться. Вот эта тушь А. Жозе. Фантастик Волюм. Не знаю я ничего насчет Фантастик Волюм. Просто нормальная тушь. Пахнет клеем ПВА. Ну, правда, она стойкая. Все хорошо. Возьму. Вот мне нравится упаковка. Она такая прям вообще классная. Так, у нас Евина шерсть. Ева опять линька. Не обращайте внимания. Вот с этим я не расстанусь. Это Just пигментированный. Ах, нет, Just профессиональный. Это, короче, видишь, он совсем маленечко израсходован. Это Just лимитированный Лептар, продукт этот назывался. Он остается при мне. Могу задарить вот такое БЮ. Это блеск. Лимитированный. Классненький, блестященький. Он очень классный. Давай руку покажем. Мы же сводчим тут все, как девочки. Чтоб все видели, посмотрели. Приятно. Очень классный, да, карамельный, да. Я себе оставляю, этот вот, короче. Так, тут еще там есть огрызочек, карандашик Мэри Кей. Он такой золотой. Ну, такой нормальный. Золотой. Так что, в общем, ну, не знаю, пусть будет. Пусть будет, для макияжа, да. Говорит. Мой любимый блеск Авансен. Это то, что вообще любая девочка должна иметь в оттенке 05 Pink Beige. Отличный бренд. Прислали это мне на тестирование. Я люблю, пользуюсь. Он такой с золотым шиммерным таким отливом. Но шиммер не крупный, а он больше как золотое сияние. Обалденная штука. Стоит как несбитый Боинг. Вот это я карамельный оставляю себе. Так, что у меня тут? Это то, что я люблю. Это Баумстейны от Wet n Wild. Один у меня в косметичке 1000%. И один у меня еще новый. Осторожнее. Да ты его отключи просто. Да, я хочу сделать. А вот ты вставала. Вот я включу. Ну, опять батарейка высаживается. Значит, это Balmstein от Wet n Wild. Вот то, что я держу в руках, это E127 и E1601. Это они имеют способность проявляться. Сейчас я вам покажу. То есть наносится он вот так. Потом он постепенно превращается в бешено яркий. И вот этот, в общем, он из этой же серии, девочки. То есть так вот он на сайте это одно, а на самом деле это другое. 16.01, он просто будет такой красный. И он и такой, он какой-то холодный, с холодным подтоном. Но то, что вы сейчас видите, и то, что будет через полчаса, это будет совсем другое. Он проявляющийся, вот этот вот. Это однозначно must have, это у всех девочек должно быть такое, вообще все хорошо. Вот, задарю, потому что у тебя синяки под глазами не выраженные, у меня они выраженные. И он в моем случае, вот я сегодня уже просто его потестировала, в моем случае он не делает ничего. То есть, вроде бы, как бы первое впечатление, что все нормально, но он не делает вообще ничего. Вот. Что тут у меня? Это я оставляю БЮ. Потрясающий цвет. Сейчас я вам покажу его. Вот такой вот он. Видите? Обалденный. Он такой... Ну, тоже он как винтаж и как лимитированный отпад. Ну, он, как сказать, растекается. Ну, видео несколько я с ним сниму. Или там на моделях на съемке. Применю. Вот это уже 126-я Make Up For Eva. Я покупаю все время в оттенке 4, и это must have. Он пощипывает губы и увеличивает их. Можешь попробовать, кстати.
Я тебе прям на губы нанести и почувствуешь. Да, он стоит, но это вот один из немногих блесков это вообще. Понятный. Да, он будет сейчас покалывать, холодить, увеличивать. Это как бы дорогой бренд французский, типа профессиональный. Вот. И, ну, больше такой в сторону попсы, он такой профессиональный. Это в моем случае не делает ничего. То есть, если губы у вас в порядке и вы просто наносите, это нормально. Но если губы облезут, он не сработает. То есть это просто как ежедневный уход. Да, и вот на такой случай, что когда нужно действительно, чтобы сработало, вот такой сос Невея. Это то, что должно быть вообще у всех девочек. Вот. Обожаю. У меня таких две. Вот это нюдовый оттенок 620. Он прямо нюд-нюд такой вот. Вот прямо вот вообще, видите, его почти не видно. То есть такой странноватый продукт. Я бы даже сказала, что, ну, какой-то он, правда, очень странный, я не знаю. Может быть, это для негритянок, но европейки как-то выглядят с ним. В общем, я когда делаю вот этот, и когда он проявляется, и сам уходит продукт, сверху я наношу вот такой, и тогда получается хорошо. Да, типа да. Что тут у меня еще есть? Вот такая нюдовая. Штучка очень вкусно пахнет. Она, конечно, уже такая поярче. Более нюдовая. Давай я тебе тоже сделаю совочек. Угу. Он такой, ну, я ищу что-то такое. Кто-то называет этот цвет какашечным. Это просто такой беж классный, на мой взгляд. Немножко оранжевый. Так, вот есть. Это тестер, это что я вам сейчас показываю. Очень-очень такой, ну, для взрослых девушек. Ну, сейчас, кстати, пошла такая тенденция к весне. Я думаю, весну, это ЖД бренд. Вот этот вот. И у меня где-то тут еще было ЖД. Так, что вот могу задарить себе дионовский блеск. Он просто как бы здесь умирает медленно. Ну, верно. Что тут у меня? О, это раритет. У меня такого много. Это мне подарили. Mm-hmm. Это мне арт-визаж подарили. Знаете, для чего? У меня 6 оттенков основных. Красный, белый, желтый, зеленый, синий, черный. И все. Красный, желтый, белый, синий, зеленый, черный. Да, 6 оттенков по 3 в коробочке. Но когда их смешиваешь, можно смешать любой оттенок. Это блеск от Доктор Бауман. Я его люблю, он у меня остается. Что тут у меня? У меня тут есть еще такие брызгалки. Бионорма. Да. Оно к помадам относится, соответственно. Все хорошо. Вот еще ЖД. А, красивый тип. Она такая, да. Mm-hmm. Ну, как бы... Вот... По ней я тебе честно скажу. Знаешь, что получается? Все красиво, ровно 30 минут. А потом просто на губах остается вот этот адовый. Давай я не руку. Вот ты прям почувствуешь, как он шкребещет. Чувствуешь, да? Mm-hmm. Он прям как наждачная бумага скребет. И вот когда цвет уходит, остается просто шиммер. И вот, не знаю, наверное, все-таки в добрые руки. Нет. Нет, ну, добрые ладно, руки. Хорошо, добрые. Хватит, ты там уже нагребаешь. Ужасная помада, полнейшее дерьмище. Не побоюсь этого слова. Значит, 341 оттенок оставила только потому, что перекликается вот с оправой, с моей вот этой, для съемок видео. А там у меня где-то еще 2 оттенка лежит, но там просто это... Они просто вообще кошмарные. Вот этот еще как-то можно вытерпеть. И как-то можно... Вот это я оставляю себе. Потому что вот если где там... Да, если выбирать из вот этих двух, девочки, у меня синие венки под глазами, вот этот работает, 102. А вот этот вот у меня не работает. Хотя он, казалось бы, такой желтый и все такое. Но вот этот работает лучше. Видите, я его уже сколько тут...
Его уже много использовано, и я буду его добивать. Так, это у нас, значит, Color Tattoo. Color Tattoo в оттеночке Крем де Рос. Идеальная база под тени. Бери, короче, себе там вот эти баночки, приходи, я тебе скребу, ты попробуешь, потому что я, это мой must-have. Это тоже мой такой must-have-ик. Заюзанная, закоцанная румяна от Ателье. Девочки, с возрастом рекомендую переходить на кремовые текстуры. Когда вы заметите на своих скулах такую вот сеточку из морщин, это как раз время, когда нужно переходить на кремовые текстуры. И если вы правильно подберете кремовые текстуры, вы надолго сохраните вашу молодость. Значит, нюдовый карандашик вот такой. Ну, не нюдовый. Ну, почти что почти нюдовый. Что. Почти что нюдовый. Это бренд ТФ. Я тебе его... Нет, я его в добрые руки. Нет, давай я тебе или в добрые руки. Это не совсем мой оттенок, поэтому пускай я... Подвально тебе намажу. Он такой холодный. Не совсем мой оттенок. Короче, в добрые руки, да. В добрые руки. Вот сюда вот в добрые руки все. Вот. А, значит, что рекомендую настоятельно? Дилуновские карандаши. Они очень пигментированные. Они очень красивые. Они очень-очень-очень бюджетные. Они потрясающе тушуются. Они у меня такие закосанные, заюзанные. Обожаю. Обожаю, обожаю. Просто обожаю. Так, а это карандашик буржуа тоже нюдовый. Ну вот они, видите, с ТФ они практически... Это потеплее чуть-чуть. Да, ну я имею в виду качество. Угу. Одно и то же практически. Вот, тоже, наверное, в добрые руки. Так, что у нас тут? А, это карандаш красный из набора. Девочка только что учится краситься. Набор мне привезли из поездки в Германию. Вот такой бешеный красный. Я его просто берегу. Ну, тут маленько запачканный какой-то. Короче, я с ним расставаться пока не собираюсь. Есть вот такой еще буржуа. Тоже вот он. Видите, вот. Это какой-то лимитированный буржуа. Если мне не изменяет зрение. Ой, нет, это японский. Я вижу корейские иероглифы на нем. Короче, это какая-то лимитированная Корея. Корею отдавать? Нет. Нет и еще раз нет. Лимитированная муба. Посмотри, в какой упаковочке. Гордость, гордость. В 2009 году я ее покупала. Я пришла в магазин и сказала, дайте мне помаду цвета ржавчины. Почему-то меня прибило. И они говорят, вот только такое у нас есть, но она дорогая. Я говорю, плевать, хочу ржавчину. Вот я тогда только покрасилась из блондинки в рыжую, и мне прямо вот это очень-очень сильно шло. Обожаю, как видишь, помада не испортилась, понюхай. Она не разложилась, она не воняет. Как я и говорила, что я ей пользуюсь два раза в год по престольным праздникам, на Новый год и на день рождения. Очень классная штука. И вот эта вот такая вот она. Немножко разочаровал меня этот оттенок. Сразу вам говорю. Он вроде бы такой, но она сильно вазелиновая. Это Maybelline 340 оттенок. А это у нас, который совсем нюд, это 620. Ну, это больше такое увлажнение. I see you tap your feet, you're on the city beat, you're really looking slick, I think your shoes are sick.